Мужик приходит в секс-шоп и говорит: так, я хотел бы аннулировать нашу сделку, пожалуйста, верните мне деньги за товар. А ему говорят: почему? Вот вы купили чудную резиновую женщину. Блять, вот и я думал, что женщина, а там надувной мужик. Вот, ёб твою мать, да вы его просто вывернули не на ту сторону.